Так, пришел мне такой интересный приборчик для жидкого мыла из AliExpress, но, к сожалению, не работает. Вот, мыло налито. Сейчас прибор выключенный. Батарейки стоят новые, New Alkaline. Включаем прибор. Вот. Сначала он выдает мыло, играет музыка, но дальше ничего не происходит. Прибор после этого не работает. Что бы ты ни делал, как датчик не срабатывает. Датчик не работает. Вот, инфракрасный элемент светит. Могу показать, вот. Но ничего не срабатывает. Вот. Прибор оказался, к сожалению, не работает. Хотя очень красивенький. Хотелось бы им пользоваться, но не работает. Ничего не происходит. Абсолютно. Приборчик вот такой вот. Симпатичный, красивый прибор. Но бесполезный, потому что он как раз и покупался для того, чтобы автоматически подавал мыло в руки. Но ничего не происходит. Вот. Еще раз могу включить. Выключаем. Включаем в положение он, без музыки. Все. Вот, выдает порцию мыла. И все, и опять ничего не происходит. Ничего. Не работает, к сожалению. Очень жаль.